Ритуалы на статичный Меркурий на природе. Ритуал в момент Меркурия статичного и медленного. И плюс-минус 2-3 дня. Время суток светлое. Смотрим на пейзаж, говорим заклятие, все исполнится. После заклятия говорим свою просьбу. Сперва говорим везде. Меркурий статичный стал, на ритуал я высшую силу призвал. Первый вариант – на развал любого дела к хозяину леса. Хозяин леса, когда Меркурий на месте застыл, так пусть все, что против меня направлено, намертво застынет. Как Меркурий статичный, все дела разваливает, так и это дело пускай развалит. Прошу заклято. Говорим на лес или на деревья, лесные цветы. Это весенние цветы. Меркурий становится статичным несколько раз в году, в разное время, так что используйте любые лесные красивые пейзажи. Абсолютно любые. Успеть тут можно, он статичный и медленный, неделю и плюс 2-3 дня, то есть почти около 12 дней успеть можно в любом случае. Это не так сложно. И говорите, какое дело вам нужно развалить, которое направлено против вас, или вы не можете его преодолеть, а обойти. Только просите за себя, а не за мировые процессы. Это бесполезно.